Как обеспечить спокойные улицы и безопасные дороги для всех жителей Тамбовщины? Об этом шла речь сегодня на заседании Межведомственной комиссии при администрации области. Комиссия проанализировала состояние аварийности на дорогах области. Особенно отметили Первомайский район и город Котовск, где по итогам года обеспечена наивысшая степень дорожной безопасности. Обсудили первоочередные задачи по ликвидации так называемых очагов аварийности, большая часть которых сосредоточена в областном центре. В 2018 году планируется установить 600 дорожных знаков и нанести на улично-дорожную сеть горизонтальную разметку на площади около 80 тысяч метров квадратных, ввести светофорное регулирование на следующих участках: перекресток улица Агапкина-Ореховая, перекресток Маршанское шоссе Энергетиков, Советская Гоголя, бульвар энтузиастов Социалистическая. Поставленные задачи решат, опираясь на уже реализованные программы. Для обеспечения безопасности на дорогах области только в прошлом году было освоено более 600 миллионов рублей. Благодаря принятым мерам показатели аварийности уверенно снижаются. Относительно 2016 года количество ДТП и раненых в них снизилось на 6,5%, а число погибших сократилось на 20%. За каждым процентом этой статистики стоят спасенные жизни.